Добрый день. Вашему вниманию предоставляется модель фонарик электрошокер 1108. Иногда его еще называют Зевс. Данная модель выполнена в таком подарочном коробке. В комплекте идет сам электрошокер и зарядное устройство. Данная модель имеет мощность 70 тысяч киловольт. Металлический корпус, есть предохранитель для отключения функции электрошокер. Здесь идет фиксированный светоотражатель, то есть нет зума, но яркость свечения фонаря превышает некоторые зумированные фонари. Фонарь имеет три позиции: яркий, стробоскоп и энергосберегающий режим. Мощность электрошокера очень большая. Об этом говорит толщина пробоя одежды. Это 10 сантиметров. Частота разрядов также велика. Данный электрошокер пылевлагозащищен, ударопрочен. Имеется клипса. Эффективно использовать данный электрошокер, как и непосредственно его предназначение как шокер, также можно использовать его как мини-дубинку. Металлический корпус и угловатые выступы на самом электрошокере и шипообразная корона позволяет использовать его при самообороне как тычковые средства самообороны, так и небольшая дубинка.